рассчитывали только на победу. Были, думаю, чуть-чуть ближе, наверное, чем соперник. Но сегодня такая равная игра, открытая причем. Понравилось, что судьи давали играть в контактный футбол, что глянулось, именно бросилось в глаза. И понравилось отношение ребят к работе, то есть все бились, никому претензий вообще абсолютно нету. Но не забили, опять реализация, свои моменты, но есть над чем работать. Самое главное, что уже видно невооруженным глазом, что строится боеспособный коллектив. Команда делается не за один день, но мы с каждой игрой видно, что идем в правильном направлении.